допустим, я там пишу 18, вы можете написать, сколько вы собираетесь заниматься этим бизнесом. Дальше у вас должен быть веский аргумент. После этого вы спрашиваете, скажите, как вы думаете, я перестану заниматься этим бизнесом? Ну вот на мой аргумент, допустим. Как вы думаете, я к вам обращаюсь, я перестану заниматься этим бизнесом? Нет. И вот пришла ко мне навстречу Лена, которая собралась уходить думать. Я говорю, смотрите, Лена, я вам дала информацию, вы сейчас уходите. И делайте с моей информацией все, что хотите. Хотите, забудьте, как страшный сон. Хотите, воспользуйтесь. Если захотите воспользоваться, расскажу, где. Но прежде чем уйти, если вы мне дадите возможность обратиться к вашим людям, я сама найду там людей, которые будут пользоваться этим продуктом. Знаете почему? Потому что это мой бизнес, и я это буду делать не для вас, а для себя. Это мой бизнес, и я его строю. Но поскольку вы мне дадите этот список, то этот товарооборот будет под вами. И вы им воспользуетесь тогда, когда захотите. А теперь можете уходить. Если считаете умным не воспользоваться моим опытом и профессионализмом, скажите теперь, кто из вас мне не даст список?